first. ベラルーシの皆さん、僕たちがギルドと言います。今日は皆さん楽しんでいきましょう。
so. Ai! こっちのことは喋れないんですけども、今日は精一杯、皆さんをね、こう笑顔にさせようと思ってるんで、よろしくねー、よろしくねー、ありがとう。Мы не разговариваем ни на белорусском, ни на английском, но все еще надеемся на то, что увидим миллионы ваших улыбок и на то, что все пройдет великолепно. Домо, конничева, конничева. Это, 今日は最高の夜にしましょう。よろしくね。Надеемся на то, что сегодня наше выступление будет великолепным. Hello, I'm from Japan. Today, I'm going to have a great time with you. Let's have a great time with you. Здравствуйте, здравствуйте. И давайте повеселимся сегодня все вместе. Хочу напомнить, что билеты на концерт еще можно приобрести в фойе. У охраны 25 тысяч стоит билет. Для вас 30. А теперь у нас Джерал Блок. Координатор АУ. Вот, что вы помните. Отвечайте.
Современной японской культуры Хиган-2010. Сегодняшний день выступляет... Ну, раз. Сегодняшний день открывает J-Rock Blog, надеюсь, который вам понравится, который вам нравился раньше. Аплодисменты. Сейчас пока немного убираются декорации и музыканты. Готовятся к выходу следующие ребята. Я могу вам напомнить, что сегодня вечером в клубе «Реактор» будет проходить концерт замечательных японских ребят, которых вы только что видели. Кто еще не успел купить билеты, просим в фойе. А теперь я немного загляну, что у нас там. Готовы? А теперь команда, которая открывает этот блок, открывает J-Rock Blog фестиваля Хиган, Psycho Gardner. Встречайте! Thank you.
Привет. Это было первое выступление J-Rock Блока. Команда Psycho Garden. Сейчас у нас готовится к выступлению вторые ребята. Cosband Terra Incognita. У них будет неординарная J-Rock-сценка с неординарным названием. J-Rock на батьковщине. Сейчас они выносят свои реквизиты, я проверю, что у них там есть, и подумаю, развлекать ли вас дальше. Ну вот, они уже почти. Вот, могу сказать, что сегодня у нас будет 4 J-Rock-сценки в конкурсе. Так что можете уже начинать выбирать, что вам нравится больше и больше всего. Потому что почти что пройдет половинный рубеж. И нам очень хочется знать, кто же вам понравился больше всех. Guild? Guild вне конкурса. Когда-нибудь мы поедем к ним в Японию и порвем их там. А сегодня они боятся с нами соревноваться на нашей территории. Встречайте, Terra Incognita, J-Rock на батьковщине. Новый Тифонат. И какого лешего нам удалось заехать сюда? А? Чё? Уже на сцену пора? Ну да, конечно. Я готов. А где все? Со... Где уже на этой неделе должно состояться выступление японской группы The Lucid, выступающей в стиле Visual K. На самом деле это настоящее событие для поклонников японской музыки, так как музыканты из страны настоящего солнца бывают в нашей стране крайне редко. Но данное событие успело омрачилось тем, что в аэропорту Москва с охраной поверили, что им удалось прорваться в группу музыкантов и покорейшего барабанщика и солиста. На данный момент мы ничего не знаем о состоянии музыкантов, но будем надеяться, что все-таки выступление состоится. Мои любимые группы «Факт». Итак, а сейчас мы узнаем мнение фанатов. Как вы относитесь к приезду Джера в группу? Понимаете, я фанат не только группы Далуки, но и многих других джеров групп, например, Дилан Грэй. Я был на концерте в Москве, но теперь я надеюсь, что после Далуки они посетят и наш город. Йоу-йоу, так продолжай. Что бы вы могли выделить особенно с группы Далуки? Чем она отличается от тысячи других подобных групп? Конечно, соло! Отдали, Леточка! Так, продолжаем общение с поклонниками. Итак, скажите мне, кто ваш любимый участник группы The Lucid? Аги-ку! Леда! Оди, Леда! А я тоже Леди! А тобой! От Леды! Итак, а какая уже у вас любимая песня группы The Lucid? Левай, бабла! Может быть, они нам напоют что-нибудь? Это было великолепно. Итак, что же вы ждете от концерта группы The Lucky? Разголбаться! Небо! Тебе сейчас дай за что поплатить! Нет, слушайте группу The Lucky, слушайте группу Факт, как я вы не любите! Ублёдно! Чёрт их два! А я думал, что вчера было? Уремеле хэбоуш пидаса. Ой. Я! 별로 어렵지도 않잖아. 아, 무지러. 아, 절로 안 가.
Что вы тут смотрите? Неужели вам не говорят, что телевидение этой страны может негативно сказаться на вашей психике? Шеф, дело дрянь. Как мы будем играть на концерте? Тогда сам все знает. Сойка и Джури безжалостно задавили поклонницу. Только без паники. Нельзя думать ни о чем плохом. Лучше посмотрите, что вам передали ваши фанаты. А это мне, да? Это для нашего солиста и ударника. Впрочем, твой подарок должен был уже прийти. Видимо, грузовые лифты не предназначены для таких тяжестей. Ну, что там? У-ня-ня! Кавали! А мы не зря сюда приехали. Смотри, какие у нас фанаты. Это что? А ты не в курсе? Национальный колорит. Может, поклонницы боятся, что ты слишком худой и не доедаешь? Вот, возвращаясь к теме, я придумал, как решить проблему. Пустой номер. Как нам отыграть концерты с Сойкой и Джури? Они ведь не выпишутся до начала концерта. А даже если и так, то не смогут играть. А ведь у нас еще Берлин и Люксембург. Именно. Поэтому мы и устроим кастинг. Найдем вам время на драмера и солиста. Все. Найдем вам время на драмера и солиста. Но перенести концерт мы не можем. Так же, как и отменить его. Нас растерзают поклонницы. И разберут наши останки на сувениры. А потом будут перепродавать игрушки на eBay. Так что я за. Ну ладно. Что вы думаете насчет группы приезжающих нам? Так это ж девушки. Вы знаете, они меня очень возмущают. Потому что музыка совершенно... громкая, бестолковая, они напоминают каких-то вообще этих сектантов, которые, оргии, которые производят где-то для чего-то. Ну, лаповые, обязательно, надо сказать, обязательно. Что-то не нравится мне все это. Вы бы видели, там очередь на километр. И все хотят петь у нас в группе. Однако мой профессиональный нюх сразу разоблачил настоящего солиста. Я даже подумал, не взять ли его с нами дальше в тур. О чем это я? А да, вот и он. Ну ты. Приходи, вот микрофон. Вот так. Ну все, можешь начинать. Раз, раз. Ой, раз! Ледокул, я люблю вас! Я так давно хотела вам это... Третий? Третий? Сэр! Что? Ну откуда я мог знать? Он так отчаянно просил меня! Я никогда не смог бы подумать! Так вот оно что! Так вы еще и заодно сначала схватили Сойка, потом Джури, а потом наши истерзанные тела, измазанные губной помадой, будут творяться в придорожной канаве, да? Да ну! А может вы тоже от нас что-то скрываете? Раз не можете отличить парня от девушки. Да что ты? Нет, конечно. Пойду приведу кого-нибудь получше. Да ты сам себе так видишь, Вилли. Да заткнись ты уже, пафосная сволочь. А вот и наш следующий кандидат. Проверил наличие недостающих деталей. Ребята, это Вася. Вася будет петь нашу песню «Too Hard». С припевом. Что? А можно еще раз? Ты меня висит, ты висит, и подбираешь, и очень отчаялась, что сюда ноги полетели, и ты меня До свидания! С
Сегодня идиотский день. Может, нам пока провести конкурс на драмера? А, шеф? Там только один человек. Там в очереди считают, что если будешь сидеть за ударными, никто не увидит, какой ты крутой и пафосный. Ну тащи уж там этого одного. Эй, ты, который на ударнике. Здравствуйте! Ну вот, я тут. Эй! А там точно никого больше нет? Все, что есть. Поздравляю, парень с национальным колоритом. Ты принят. Yes! Я вам станцую. Боюсь, что нет. Не беда. Тогда я вам спою. Да хоть утопись. А что? И это можно. Я что? Чтобы фанатов пугать. Вот через 3 минуты мы их точно испугаем. Но самый тухлый помидор полетит в себя и еще вот в этого придурка. А меня за что? А кто по-твоему петь будет? Из той толпы никто даже стримить нормально не умеет. Я смогу. Не ожидали? Жюри! Зой! Где вы были? Да привезли нас в какую-то больницу, поселили не в отдельную палату, а еще с 2 мужиками. Один к нам подходит и начинает говорить что-то про Наполеона Бонапарта и тыкает себя в грудь. А другой ходит кругами и жужжит. А что вы? А мы ничего, подождали, пока врач придет. А он пришел и как начал говорить что-то непонятное и цепочкой прямо перед глазами качать. Так это вы что, в новинки попали что ли? Куда? Национальный колорит. Ладно, ребята, давайте за инструменты. Сейчас концерт начнется. Сколько людей? Ну что, поехали! Yeah.
Лопатин! Можете помочь. Это было второе выступление. Terra Incognita для рок-на-батьков жене. Понравилось? Хотите еще? Сейчас вам будет. Под третьим номером у нас выступает команда, которую вы видели вчера. Вы видели ее год назад и два года назад, который уже сторожил фестивалей. Это Tokyo Bar. Они ставят сценку с названием «Сказка с хорошим концом» по J-Rock группе Blood. Сейчас они развешивают свои шикарные декорации. Очень большие, мне надо здесь очень долго стоять и рассказывать вам всякие штуки. Поэтому я вам расскажу такую вещь. А вы в курсе, что прямо сейчас идет прямая трансляция на Тутбае? А кто-нибудь смотрел вчера? Конечно, вы же все были здесь. Я тоже хотел посмотреть, но не получилось. Вот. Еще раз напомню, что продажа идет у нас на J-Rock группу Guild, которая у нас выступит сегодня вечером. Билеты продаются в фойе. Сказали сегодня напомнить несколько раз, потому что вчера все-таки были люди, которые не услышали. Услышали все? Это все? И это все? Но уже получше. Сейчас уточню, что у них слышно с декорациями. Можно найти здесь вход. Впустите меня. О, боже мой. Вот. «Танцуй» — это было вчера и год назад. Придумайте что-нибудь новое уже. Когда-нибудь вы допроситесь, я выйду в конкурс караоке. И вы все пожалеете об этом. Польский анекдот, я не знаю польский анекдот. Стриптиз это тоже уже было давно и неправда. Приходите сегодня на пати, я подумаю. Если будут раскуплены все билеты на пати. Услуга за услугу. Tokyo Bar. Сказка со счастливым концом. Сдуваю пыль со страниц, которым не одна тысяча лет, и слова, что безмолвно лежали века, оживают, срастаются, текут. Я снова вижу историю о жертвенности, любви и предательстве, о прекрасной королеве, лицом белым, как снег, румяным, как кровь, волосами цвета драгоценного черного дерева и душою ангела. И многие короли бросали к ее ногам все сокровища мира, предлагали руку и сердце, но оно оставалось холодным. И достигла слава ее красоте и доброте двух братьев, и поклялись они друг другу, что непременно завоюют ее сердце. Но королевна была своя тайна, тайна, которая входила в ее сон каждую ночь, высасывала силы, лишала покоя.
А ты все молишься, глупая? Ты погубишь того, кто осмелится влюбиться в тебя, и ты ответишь ему взаимностью. Таково проклятие, висящее над вашим родом. Отдай мне свою душу, пока не поздно. Слышишь? Твоя судьба стучится в ворота. Что вы отдаете предпочтение только одному, а это может вызвать войну.
вас. Она знает, вы победите. Неужели ты думала перехитрить самую себя? Я же предупреждала тебя, но послушай, все еще не поздно. Мы заключим с тобой сделку, в обмен на твою душу я верну ему его жизнь. Не правда ли? Полноценно.
Токио Банк. Аплодисменты, пока я выхожу. Аплодисменты мне, когда я вышел. Спасибо. Это был Токио Банк, сказка со счастливым концом. Сейчас они снимают свои шикарные декорации. О, штучечка. Еще штучечки. Вот, и пока они снимают свои декорации, к выходу готовится команда, которая дебютирует на фестивалях. Они выступают в первый раз. Они меня удивили на самом деле. Я надеюсь, они удивят очень сильно и вас. Эта команда называется Pelk Project. И они вам покажут свое танцевальное шоу. Вот. Аплодисменты. Подбодрите ребят. Они же первый раз выходят. Вот. А еще прямо сейчас в зале сидят наши японцы. Давайте на раз, два, три. Подождите, подождите. Они не знают, что я сказал японцы. Они же не понимают по-русски. Давайте на раз, два, три скажем «гилд». Ой, черт, я спалился. Ну, в общем, раз, два, три. Они нам машут ручкой. Токиобан снял свои шикарные декорации, Pelk Project встал на позиции и готов вам показать свое замечательное выступление. А я собрал мусор и ухожу со сцены. Четвертый номер, Pelk Project. Искать и мимолетное увлечение на время встречи разыграть.
Пускай глупец откроет душу перед влюбленную в себя. Я мир вокруг него разрушу. Способность чудная моя. Thank you.
не тратите жизнь свою. Она не бесконечна. Цените каждый вдох, момент и час. Ведь в этом мире, пусть не безупречный, есть тот, кто молит небо лишь о вас. Не тратьте слов своих на тех, кто их не слышит. На мелочь недостойную обиду, на тех, кто рядом с вами ровно дышит, чье сердце вашей боли не болит. Четвертая J-Rock-сценка. Ну а на сим J-Rock-блок закончен. У вас есть шикарная возможность проголосовать в своих бланках. Можно прямо сейчас. Вы готовы? Я вам напомню, что первыми у нас выступали Psycho Garden. Веселые ребята. Вот они идут, кстати, похлопайте им. Вот, они выступали под номером один. Номер два — это был J-Rock на Батьёшине. Я думаю, вам запомнили замечательные видеоставки. Третий номер — это Tokyo Band с их замечательными, сложнейшими декорациями и танцами, и боями, и вообще. И закрывали блок PL Project. И еще есть один замечательный человек, или даже люди, которых я не могу не объявить. Это спонсор J-Rock блока. Пейнтбольный клуб УФО. Приходите, играйте, наслаждайтесь, получайте удовольствие не только от фестиваля, но и от пейнтбола. На сим я откланяюсь, увижу вас всех, надеюсь, всех. Вы же купите все билеты, правда? Увижу тогда вас всех на пати с J-Rock группой Guild. Спасибо всем, а теперь я рад объявить следующий конкурс. Точнее, объявить ведущих, которые объявят следующий конкурс. Встречайте. Сейчас пройдет блок Backstage. Его открывает номер один. Это история создания работ для конкурса Fan Art. Арт по традиционной Японии. Мия! Thank you.
цвет. Спасибо. Блок бэкстейдж номер 2. История создания «Горя от ума» и адской инструкции по металлу. Фриард, дышные няшники и Пакапон. Встречайте! Все, включил. Включил. Спонсор показа исправит. Давай. Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh. Our eyes get so red. And what the hell is on your head? This is where I grew up. I'll be the president who fixed it up. I never knew we ever went without. Second floor is like a sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I better things to do. Criminal record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen times. Oh, what on earth, it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was then, I wouldn't let me. Жалоба, предложение.
какие-то замечания или предложения по поводу фестиваля, то пишите нам в ящик. Собачка.офиган.орг. Еще раз будет после блога АМВ, а сейчас у нас будет блог АМВ. В очередной раз наших спонсоров. Да, это очень важно и нужно на самом деле. Понимаю, что вы, конечно, послушали бы лучше сказочку там или песенку бы попели. Вы же еще рок посмотрели, сейчас посмотрите. За такие деньги никто лучше не сделал. Итак, информационный портал Тутбай. Вот это нет. Вы что-то Тутбай не заходите? Нет. Ну, здравствуйте. А вы что? Компания Релли Медиа, коллекционное издание аниме. Аплодисменты всем любят аниме, не спорьте. Компания Белый Инфонет, совершенный интернет. Ребята, интернетом пользуются все, это точно. Суши Барманга, я так понимаю, кушать тоже все любят. Сейчас скажи, что вы любите суши, да. Магазин Пугены. Мангу, я думаю, читаю тоже здесь все. Фэнтези, фантастику тоже, наверное, любите. Издательство Palm Press. Журнал Аниме-магазин. Аплодисменты, ребят! Портал AMV News. Вот, а его же вы любите? Интернет-магазин Anime Wall. Вот еще лучше. Портал Anime Plus Buy. Портал.zalion.ru. Особые аплодисменты. Форум Кампай. Сами себе аплодисменты. Группа Диэт, аплодисменты. Организаторам фестиваля, аплодисменты. Также я слышал, что просили повторить адрес электронного ящика, да? idea.sobaka.figan.org. Ребят, все предложения, пожелания какие-то, если что-то анекдоты, сказки, байки, все, что хотите видеть в следующем году. Не, видео не надо, это ему можете отправить, ему понравится. Дамы и господа, АМВ-блог, встречайте. Готово.